Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы эволюционировали трех покемонов. Словили одного вроде. Тутудайла. За Тутудайла мы словили, но эволюционировали сразу трех покемонов. И сейчас, ребята, мы пойдем дальше прокачивать наших покемонов. Куда-то мы вот сюда пойдем. Так, найти каких-то больших уровней. Вот, отлично. Waterstone. куда бы нам пойти, ребята? Где лучше всего какие-нибудь большие покемоны? Пойдем мы, наверное, куда-то возле воды. Mudkip. Да, все-таки пускай будет Mudkip. Пойдем куда-то вот сюда. О, давайте еще сначала убьем Магмара. Так, Литвик. Офигенно, огняной и призрак. Ну, офигенный покемон. Так, ок, там еще большие уровни. Идем мы вот туда. Что-то покемонов-боссов как-то. Ну, в принципе, давайте сейчас убьем Магмара. Убьем его. Так, ух, пошли уровни. О, Рогенролла уже эволюционирует. Рогенролла. 25 уровень. Но вот то, что я не знаю, есть ли у него еще эволюции. Ну, посмотрим, прокачаем там к, не знаю, 40 уровень, посмотрим. Болдор. Так. Убьем сейчас мы еще вот этих. Драгонейр. Ух, сейчас. Так, пошли уровни, пошли. Там покемон босс без зла, там был покемон босс. Идем мы вот сюда, где он? Где он? Где он? Вот он. Так, давай. Отлично. Да, куча уровней. Сюда. Сейчас куда-то вот туда мы пойдем. О, Мьюту уже 89-й, отлично. Драгонейр 45-й. Литвик 22-й. Так. Убиваем вот этого. И кто-то есть еще тут какой-то большой уровень? Фиг его знает. Побежим мы куда-то. Вот туда, я так думаю. О, покемон босс. Бежим. Успеем. Я думаю, что не пропадет он. Вот он там. И убиваем его. Ух, ни хрена себе, это он урон такой нанес. Охренеть. Так. Ну, дроп какой-то. Сикинг. Сикинг, сикинг. О, там еще покемон босс, ребята. Покемон босс. Бежим. Бежим, бежим, бежим. О, только не говорите, что он под землей. Ух, твою ж. Ладно. Прокопаемся немножко. Шайни, там шайни, ребята. Но я, правда, не имею понятия, кто это может быть. Как бы, какой шайни. Ну, я уверен, что это какой-то... Ух ты. Мы еще, наверное, не успеем за шайни пойти. Если, конечно, вот этих всех покемонов
Ни хрена себе, это что такое? Он такой сильный? Да твою ж мать, да ты что, издеваешься, что ли? А, убили, ни хрена себе, Болдур. Или как он там называется? А, пропал уже шайни покемон. А вдруг это какой-то другой был? Не Генгар, не Дитто, а кто-то, например, там какой-то другой покемон, который в пустыне находится. Ну, фиг его знает. Нужно было туда бежать, но я убил обычно, ну, как бы покемона босса, да? Ну ладно. Так, ладно, давайте пойдем опять куда-то. Домой мы пойдем. Куда мы пойдем? Домой вылечиться нужно. Ни хрена себе этот покемон сильный. Если, конечно, успеем, то еще убьем вот того покемона босса. Если успеем. Если он не летающий или еще там кто-то. Так, где он? А, вот он там. Нет, отлично. Так, убиваем. Ух, не до конца. И сейчас, ребята, пойдем мы куда-то. Опять туда мы куда-то пойдем качаться. Побежим сюда. В пустыне будем качаться, так как, в принципе, может и тут заспавнится легендарный, если, ну, если заспавнится. О, покемон босс там. Под землей, наверное. Так как он в какой-то куче стоит, и поэтому... А, нет, вот он, отлично. Так, убиваем. Ух ты, куча всего. Так, бежим сюда. Драгонер что-то никак не хочет качаться. 45 уровень. Литвик 29. Уже отлично. А, ух, я уже опять что-то как-то напугался. Ну, не напугался, а обрадовался, что вот где-то там кто-то заспанится, а потом это Райкваза. Так, это что там такое летает? А, ну да. Ага, никого нету. Так, ребята, давайте сейчас мы пойдем куда-то вот сюда. Ух, опять сколько вас тут. Так, тут у нас кто-то будет или нет? Гипно, ладно. Давайте пойдем куда-то вот сюда. Главное не шлепнуться куда-то. Ху, в воду. Ну вот то, что глючит. Ну как бы мир еще не прогрузился. Ну? Может ты будешь грузиться? Нет, не будешь ты грузиться, что-то. Вот.
Так, нет, тут ничего. Тут у нас океан или что, это море пошло. Так что пойдем мы опять вот сюда, на остров. Или нет, вот там покемон босс какой-то. И там еще один покемон босс. Убьем мы вот этого сейчас. И сразу идем вот сюда. О, так. Убиваем. И сейчас мы пойдем. А давайте мы пойдем все-таки в джунгли. Вдруг там какие-то покемоны. Да, в принципе, покемоны там 100% будут, но то, что какие, да? Если какие-то прикольные, то можно их словить. Вот этого у нас нету. Ну, они бьются там, поэтому пускай бьются. Так, тут у нас кто? Желтик, ни хрена себе, это что такое? Пытаемся его словить. Ух, сколько покеболов всяких. Не хочется он ловиться. Давайте даскболом попробуем. А, чё я Генгара как-то никогда не использую? У него уже там гипноз и... А, ну отлично, и так мы словили желтик. Пойдем я куда-то. Давайте пойдем, в принципе, вот сюда. Так, тут у нас будет кто-то. Ну, кто-то будет 100%, но... Фиг его знает, если кто-то такой, которого можно словить. Ну, там я пока что никого не вижу. Куда бы нам пойти, ребята? Куда бы нам пойти? Че, идем опять в пустыню? Может кто-то и заспавнится. Ух ты, это что такое? А, лампент, вот он. Ух, да он уже большой уровень. Тут у нас кто-то. Нет, никого. Так, Литвик, 31 уровень. Ну, в принципе, уже большой. Так, кто-то еще есть? Чё-то больше никого нету. Давайте идем и домой, ребята. Вспомнить бы, где наш дом. Вот тут. Тут тоже никого нету. Хантер. Не будем его убивать. Маткипа так мы и не нашли, как бы он не заспавнился. Ребят, давайте все-таки на этом закончим уже. Я так думаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.